Кто заказывал такси на Дубровку? Садитесь. Услугами такси пользовался хоть раз каждый горожанин, и не всегда долгожданный автомобиль приходит вовремя. В итоге потраченное время, нервы и деньги. В такую ситуацию попала и наша героиня. Татьяна опаздывала в институт, заказала такси, ответили, что машин нет. Затем пообещали приехать через 10 минут. И так полтора часа. Ждала 5-10 минут, звонила им. Ну, они говорили, мы тут ни при чем, звоните водителю. Позвонил водитель и как бы с усмешкой сказал, что я стою в пробке на КСК, а там пробок сроду как бы не бывает в такое время. И в итоге, вместо того, чтобы приехать вовремя на экзамен, я приехала под конец, и мне пришлось сдавать экзамен совершенно в другой день с другой группой. Обращаемся за консультацией в общественное объединение граждан по защите прав потребителей. Согласно закону, независимо от того, насколько опоздал таксист, неустойка составляет 3% от суммы за поездку. Они обязаны, то есть вам эти деньги возместить в течение 10 дней. Если в течение 10 дней в добровольном порядке эта сумма не будет вам выплачена, тогда вы обращаетесь уже в нашу организацию, и мы представляем ваши интересы как потребители в судебном порядке. Для вас наши услуги бесплатны. С подобными жалобами в общественное объединение еще никто не обращался. Люди просто не знают свои права, а потому и таксисты не особо спешат на заявку. Кстати, в случае Татьяны можно взыскать неплохую компенсацию за моральный вред. А если вы по вине водителя опоздали в аэропорт или на вокзал, служба такси обязана возместить ущерб. Валерия Квашнина, Анна Кулигина, ЗАП ТВ.